Сейчас мы находимся на тренировке в детской юношеской спортивной школе города Клайпеды. Ребята 2009 года рождения. Можно посмотреть, как они владеют мячом, как бросают. И самое главное, никто не смотрит на то, что кольца на высоте взрослого баскетбола. 3.05. Все добрасывают, все бросают как могут. И самое главное, тренер говорит, что важно смотреть, как игрок чувствует бросок. Не техника броска, а как он чувствует бросок и кольцо.